Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть BioShock. Мы приближаемся к Фонтейну. Так, тетя, как ваши дела? Тетя что-то совсем не в духе, посмотри на ее лицо. Ой, блин, аптечку использовал, ну я молодец. В общем, он где-то здесь, он сказал нам, что типа иди ко мне. Мы, соответственно, идем. Пугал что-то, ругался грязными словами. То есть, как все эти. До свидания. Я думал, не попаду, конечно. Так, а это какой год уже? Тихо-тихо. Пуй-пуй-пуй-пуй. Так. Отлично просто. Знаешь что, дама? Иди-ка сама ко мне сюда. Вот сейчас и начинается. Сейчас опять выпустим где-то, наверное, пару рожков, прежде чем она сдохнет. Нет? Ну, хоть более-менее. Так, и наша батисфера, которая отвезет прямиком к Фонтейну, я думаю. Хотя, по дороге сломается, как обычно, пол игры будем тащиться. Так, куда мы едем? Станция Прометей, по-моему. Или все-таки в Аркадию? В Аркадии мы были, на самом деле. А станция Прометей я не помню. Зачем вообще вот это сделано? То есть понятно, что по миру можно перемещаться, но какой смысл возвращаться в уже пройденные локации? Дружок, ты чё? Ладно, не унимаешься, да? Ну что ж, я готов. Только учти, приятель, мне принадлежит весь Адам в этом городе. Так что потанцуем. Офигеть. Чего ты ждешь? Иди за этим идиотом. Увидели? Силёнок у него явно хватает. Так, Япона, мать, да что ж это такое? Здесь три сестрички. Я, честно говоря, уже запарился их спасать. Но по-любому концовку хорошему получим, поэтому придется. На самом деле это даже не смешно уже. Пожарная. Мерзавец прямо у меня за спиной! А я и не слышал, как он подошел! Так, тихо. Ой, короче, сейчас настрадаемся, я чувствую. Окей. Ломать их не особо охота. Да и толку нет. Стреляют они, как правило, неважно. Здесь нам ничего менять тоже не нужно. Хорошо, пойдем дальше. Последний шанс, парень. Соглашайся прямо сейчас, и я оставлю этот хлам вам с немкой, но если вернешься, восторг превратится в аквариум. Так, мне не интересно, что он там говорит, но я слышал недалеко папочку. Это значит... Черт, ты дал ему сбежать. Мне надо подумать. О, ну конечно, без проблем. Найди большого папочку и обыщи его. Очень советую лучше обыскать труп. Ты это к чему? О, улучшение оружия. Так, хорошо. Прокачанный распылитель, насколько я знаю, достаточно серьезно душит папочек. Но... тебя в одного из мерзких больших папочек. Единственный способ отлично пройти в ту дверь, через да вы издеваетесь, что ли? Фонтейн, это заставить открыть ее для тебя одну из малышек. Они смогут тебе доверять только если на вид, на звук и даже на запах ты будешь как одно из этих вонючих чудовищ. Ну, просто замечательная новость, я хочу сказать.
нам предстоит стать. Простите, ты делаешь лучше на меня! Ну давай, вернись! Я Вов, ничего такого не хотел! А ты-то чё, живучий такой? У вас я такого не замечал раньше. Так, вон папаня идёт. А тут что? Куда ты собрался? Сперва тебе нужно превратиться в большого папочку, а уж потом подзывать малышек. Ладно, понял. Восторг на подъеме. Так, хорошо. И что у нас тут имеется? Ну, не так уж и много, в принципе. Тихо. Да. Идет. Боюсь. Очень. Ох, сейчас, конечно, оно вас задолбает своими звуками, но, по крайней мере, будет помогать. Приятные твари. Давай уже, ну, патроны экономить надо. Ты просто посмотри на эту дуру. Офигеть. Да. С отделкой проблемы какие-то. Что-то у вас тут не особо красиво. Да ладно. Маленькие чудеса. Обучение. Дает вам простуду. Вы человек или рак? Вы выращивали малышек чувствительными к некоторым запахам, феромонам. Но это не то же самое, что побрызгаться одеколоном. Тебе понадобится 3 промышленных впрыскивания этого вещества. И тогда малышек потянет к тебе, как пчел на мед. Тебе надо собрать 3 феромона. Спасибо, блин, за помощь. Япона мать. Ай-яй-яй, спокойствие. Тене. Она еще стреляет, ты посмотри. Фонарит просто. Хорошо. Ты меня достал, малыш. Когда ты станешь хладным духом, я доберусь до дома матушки в сыне и переверну там все верно. Заодно разберусь с детишками. Считайте, это будет твое наследство. Конечно. У нас один свистал. Свисталку вырвали, перестал. Так, спокойно, папаня. Так, я знаю, как тебя убивать, но сначала мне надо посмотреть, что там дальше. Там у нас, по-моему, пришел, называется. А что, если... что, если отсюда начать его... Хотя, подожди, можно просто закидать бомбами. Так, стоим. Куда пошел? Да блин, уйди, не мешайся. Силен. Так, что дальше? Дальше мы тебя бьем. Хорошо, теперь перезаряжаем на взрывающийся. Дарим. Да ты там откуда, ну, как ты вовремя пришел? Япона, мать, ну, вот как это называется? Бесконечный респаун монстров рулит. Ох, это свинство. Скотина, иди сюда. Я тебе сейчас просто порву. Урод.
Временами игра слишком несправедлива со мной. Это продолжается на протяжении уже, наверное, серий трех последних. Что такое, Мэри? Не ворвай. Здравствуйте. Папань, ты там далеко ушел? У меня к тебе там дело еще. Все, приляг, отдохни. Мистер Бабл, прошу вас. Нет. Ну и слава богу. Спасибо. Иди уже. Я зол на вас. Вас слишком много. Вы как тараканы. Помните, в свое время там удивлялись тому, как доктор Сушетка с ними. Такой, уйди, заткнись, проваливай отсюда. А теперь сами. Ах, хорошо, когда-нибудь мы выберемся отсюда, нет. Это же какой-то кошмар. Уже хочу познакомить тебя с своим дробовиком. Я не знаю, кто ты, обладатель этого противного голоса. Да, где ее вообще? Офигеть. Так, второй папашка, ты где? Главный зал. Ну, пойдем. Так, аптечки продаешь только через лом, да? Ну, и ладно. Зажигательные болты нам не сильно нужны. Давай, не знаю. Давайте поломаем, чего уж. Так. Остальное револьверные патроны. Давно мы с ним не ходили. Тут, конечно, враги сильные, но просто вот тянет. Охота пострелять. Потому что пистолет, согласитесь, он стал выглядеть просто шикарно. Так. Да, попозже я использую аптечку, не волнуйся. Игра. Так, сюда мы пока не идем. А это, я так понимаю... А, я понял. Мы вернемся обратно в холл туда. Избудутся мои мечты. Попомним бы еще одного. Что обещал мне ты. И под защитой буду я. Да. Откуда длина? Шоколадка. Ужасной вони. И почему малышек так тянет на запах феромонов? Это за пределами моего понимания. Отлично. Тебя только не хватало. Вот все патроны уйдут сейчас. Так, хорошо, пройдемся еще поверху, потом пойдем. Вон, еще одна, я смотрю. О нет, ты ведь не умрешь, ты же моя деточка. А девочки... Всегда оставайся поблизости к другу. Все хорошие девочки собирают. Нарисован, типа он спит. Конечно. Айди Хоу. Отлично вы перевели. Ох, локализаторы. Вас просто надо бить ногами. Ну, честное слово, зачем переводить Хайди Хоу как Хайди Хоу? Понятно же, что это, я не знаю, там, норка или что-то такое. Ну, где можно спрятаться? Уютное гнездышко. Хайди Хоу. Ну, что за люди?
Ах, как не вовремя. Ну что за подстава? Как всегда. Да постой, ну. Все, лежать бояться. Хайди-хоу. Так, побрызгаемся, покурим. Нельзя сделать то же самое со взрослыми. Какой спрос был бы на неубиваемых людей. Так, ну что, интересно, а если я спрыгну, я смогу выбраться потом, нет? Я просто хочу во все зайти. Управление дверью. Не алло. Надо спрыгнуть, что. А вон как. Короче, все, да? Так, ладно, я туда пока не смотрю, мне страшновато. Посмотри на это. Офигеть. Да. Товарищ прокололся. Смешная шутка. Тихо. Физика, что ты делаешь? Ахаха. Так, все, я уже хочу прибить ту даму. Шо? Ну и понятное дело, нужная нам комната будет закрыта. И мы сможем попасть только сверху. Это все ожидаемо. А нет, вот смотри. Неплохо для начала. Теперь в других лабораториях тебе нужно раздобыть костюм и голосовой ящик. И ты станешь заправским громилой. Давай, шевелись. Аутопсия. Офигеть. Ты слишком запутался, этого не понимаешь. Лучше возвращайся к матушке Гусыне, или все это добром не кончится. Фонтейн, я бы на твоем месте забеспокоился. Ангел. Промывали мозги? Что еще скажешь? Так, что? Понятно. Приучивали к тому. Стоять. Короче, приучивали к тому, что все, кто выглядят не вот так вот, они враги. Так ты получаешь картофельные чипсы. Видишь кого-то другого. Допустим, маму. Это плохо. Прям как собаки Павлова. Так, хорошо. Что еще тут есть? Что еще я проглядел? Товарищ нам знаком. Беда. Все погибли. О, нарисовала папочку. 6. Во всем городе поначалу, помните, я говорил, что здесь жалко всех людей. Здесь людей не жалко. Здесь жалко только сестричек, то есть обычных маленьких девчат.
которых использовали, превратили их вот в это. А общество, которое это допустило, полностью заслуживает своей участи. Так, ладно, хорошо. Поднимемся и посмотрим, возможно, мы в какой-то комнате что-то очень крутое пропустили. Но я думаю, на самом деле все. Что? Хорошо, тут мы были. Тут мы были. Тихо. Откуда? Хватит бесконечно респауниться, блин, ну это же... Это глупо. Так, хорошо, пора валить, короче. Так, вон тот механизм. Ладно, где мы еще не были? Тут мы были, по-моему. Ой, просто уходим. Подожди, а в автопсии мы были, нет? Кто? Не суди меня! Фона мать! Слишком много тварей, слишком много. Так, хорошо. Мы тут, конечно, маленько покрутились. Пора уже и через знать, идти дальше. Спокойно. В генном банке. Ничего не надо. Где же еще один папочка? Что там лежит? Аптечка. Круто. Папа Сушон, пожалуйста, я не хочу на стол. Да. Бедные дети. Так, ваши враги пытаются запереть то, что принадлежит вам по праву. Не позвольте им лишить вас заработанного тяжким трудом. Окей. Кого они там нашли? Какие великолепные звуки. День добрый. До свидания. С вами было весело. Походу мне просто нужно возвращаться назад. Но так как мы... Воюют там. Так как мы были внизу, теперь пойдем поверху. Так, хорошо. Зря сломал. Сейчас она так и будет шуметь. О! О! Отлично. Так, будем убивать. Че уж. Ой. Упс. Да, блин. Хорошо. Эй, куда вы ушли-то? О, ну как так вообще?
Как вообще так? Это печально. И что мне теперь? Просто гениально. Как там картинка есть? Genius. Вот это про меня. Ладно, пойдем сюда пока. Система управления костюмом. Мне нужна система управления голосом. Когда Райан занял это место, здесь они делали своих гнусных големов, своих франкенштейнов. Отыщи части костюма. Веди малышек. Знаете, это что напоминает такую ардеко версию Black Mesa? Чё там? Кто там что ломает? О, картошка. Офигеть. Так, с той стороны примерно столько же. Если папашка оттуда не выйдет, это будет печально. Шлюз. Обалдеть. Понял, иди. Иди сюда. Эти сообщения, вернее, эти помещения не сообщаются никак? Да, никак. Круто. Делаешь ей больно, трус. Чего? О, черт вообще, что это... Да. В игре опять начинает радовать Зиги. Я просто хочу! Да и по нажимай. Ох, короче. Ребята, мне нужна ваша помощь. Меня будете защищать вообще нет? Да. Воины вы просто великолепные, конечно. Ну да ладно. Эй, подвинься. Так, хорошо, пойдем по часовой стрелке. Все зачистим. Может, найдем нужные нам детали. Смотри, да? Войнушка была. Большой зал слева. Ого. Так, хорошо. Оптимизированная Евгеника нам нужна, нет? Блин, там где-то папа остался. Может, туда сначала пойдем? Мне кажется, мы сейчас станем папочкой. Ох, не знаю. Да ладно, пойдем, че, по сути-то. Так, и кстати говоря, сейчас будет мясо, я его предчувствую. Не, это предчувствие не подводит никогда. Все, можно уже не так бояться. Шо? Офигеть. Блин, это круто. Уже третья.
Ну хорошо. Так, и все что ли? А я-то думал, сейчас будет мясо. Ну, мясо оно, в принципе, да. Ай! Ой, сколько вас тут. И получается, я себя тут запер. Круто. Ты заплатишь. Давай, народ, все ко мне. Блин, они по потолку бегают. Нечестно. Что-то как-то... Курили мои. На. Просто супер мои ловушки сработали. Все как всегда. Мегапрофессиональный подход к собственной безопасности. Так, ладно. Пойдем дальше. С другой стороны, это даже хорошо. Так, еще более огромный зал. Что он делает? Так, не знаю, что ты делаешь, но прекрати, пожалуйста. Ну вот как. Окей. Понял. Блин, тут еще один этаж. Это настолько запутано все. Нашел. Знаешь, тебе бы стоило сказать мне спасибо. Это я привел тебя сюда. Я показал тебе, кто есть. Тебе все лгали всю жизнь, пока не появился я. Ну, посмотри на себя. Выглядишь совсем как они. А, что мы сделали? Что сделали? А теперь сапоги. Так, подожди. Я... Так, ну что? По крайней мере, сейчас мы разберемся с последней сестричкой. Нет, еще. Мистер Би. Тут выхода нет. Мистер Би. Окей. Так, и теперь ты у меня, товарищ, попрыгаешь. Небольшая месть тебе за все про все. Не! Давай в атаку. О, хорошо. Я вас жду. Блин, у меня звуки такие, конечно. Где он вообще там? Он ушел, что ли? Нет, бегает. Да, все прошло не так хорошо, как могло бы. Ну да ладно. Нет, 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 нет. Да, не боись. Лучше всего, конечно, когда между тобой... Да нет, да беги уже, давай, все. Когда между тобой и большим папочкой... Длинный узкий коридор, который можно набить всякого рода ловушками. Вот тогда вот начинаешь радоваться жизни. А так в основном, блин, приходится страдать за идеи. У меня достаточно глупый сейчас вид, по сути. На мне шлем, на мне костюм, и у меня босые ноги. Ну, окей. Так,
Где бы тапки взять? Ой. Это было неожиданно. Ну ладно. Терпимо. Хорошо. Так, ну давай отсюда пойдем, что ли, тогда. Там на втором этаже может что-то быть. О, да сколько тут уровней вообще. Так, сюда я не вошел, походу. По крайней мере, пока. Запомним, что есть такое место. Куда вы беретесь вообще? Не понимаю. Так, подожди. Ладно, придется наверх идти, потому что по-другому никак. А что если? Ага, понятно. Ну, тоже неплохо, что. Прикольно. Так, я себя ощущаю в сравнительной безопасности, потому что они тут не придут, поэтому можно спокойно осмотреться. Единственное, что меня беспокоит, чем дольше мы тут сидим, тем дольше враги респаунятся здесь. Это самое тупое, что есть в игре, то что враги, если ты стоишь на месте, они тупо заполняют уровень по новой. Самое главное тут вообще, что это? Обезопасить тылы. То есть идти спокойно и понимать, что за спиной у тебя никого нет. Здесь такого ощущения нет никогда. Даже если ты будешь уверен, что там позади тебя тупик. Вон стоит, смотри, гад. Или это папочка. О, круто. Даже если ты зачистил полностью этот тупик, потом в итоге ты придешь через пару минут туда, и окажется, что там дофигища новых друзей. Это не очень круто. Разработчики этой игры не бро. Так, слышу, спешу. Блин, а где ботинки? Наверное, в ту сторону нужно идти. Так, там, конечно, наверх еще лестница была. Почему я ее пропустил? Наверное, потому что папочку увидел. А подожди, ты ёлопал. Спать. Так. Ещё один. Папаня, не иди только на огонь. Я пока не хочу тебя трогать. Так, ладно. У нас, по-моему, ловушек-то больше не осталось. А 7 штук, в принципе, может хватить. Осталось понять, куда они пойдут. Я готова видеть сны, мистер Би. О-о-о, сейчас они пойдут домой. Давай сюда. Так, теперь берем вот эту штуку. Япона мать, да что ж ты какой вредный. Не. Блин. Давай, давай, пошел, пошел, пошел.
Что-то как-то не особо это все торкает, я смотрю. Хорошо. Все собрал. Спокойно. Я лучше папа, чем ты. Давай. Вставайте, мистер Бабл. Как же вы меня уже достали, девочки. Нет, 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 нет. Все, наконец-то можно вернуться к сюжету. Мир так ужасно изувечен, не правда ли? Как мне отблагодарить тебя за доброту? Я пошлю еще одну малышку с подарком в знак нашей благодарности. Ой, лучше просто отпустите уже меня. Ботинки есть? Нормально, ты сама себя сейчас раздолбаешь. Так, ну мы тебе поможем, конечно. О, так. Вот это. Капец, что это было? Сапоги ведь были где-то здесь, черт! Да вон они лежат, не волнуйся. Так, это что такое, перчатки? Ну, у меня вроде уже есть. Смотри, притворяется же по-любому. Ноуп. А почему же я тогда не могу его не притянуть? О, игра. Прекрати. Блин, на полу еще. Странно, что оно не бралось. Ладно. Так, что у нас тут? Автовзломщики нам нужны. Бронебойные. В принципе, все. Давайте все перезарядим сразу. Тут окей. Тут, ну, допустим, окей. Это круто. Ну, в принципе, нормально, короче. Проклятие! Это сюда надо было отправить сапоги большого папочки, а не в библиотеку. Что за болванов Райан берет на службу? При Фонтейне такого бардака не случалось. Так, хорошо. Библиотека. Объяснить не могу, просто знаю и все. Фонтейн говорит, ну, одной спальни в сиротском приюте будет меньше. Просто поразительно, как Адам влияет на их маленькие тельца. Их клетки замещаются стволовыми при малейшем повреждении. Эти дети практически неуязвимы. Жаль, что нельзя сделать то же самое со взрослыми. Какой спрос был бы на неубиваемых людей? Ох, какие большие помещения. Это офигеешь просто. Хорошо. Там внизу мы... Не внизу, вернее, там у нас есть вот такая вот штука. Мне будет интересно посмотреть, что здесь есть. Ну, давай послушаем. Аптечки есть? Хорошо. Так, что это нам дает вообще?
Бессмысленно какая-то штука. Здесь особо идти некуда. Хотя, ну-ка. Ну, это выход обратно. Да. Так. Вот и попал. Да япона мать, ты что ж ты? Просто сгори уже, ну. Короче, здесь, насколько я понял, библиотеки нет. Это было довольно сложно, но я... Ну, я понял. Здесь наверху у нас есть одна комната, которая... А здесь я вообще не был, кстати говоря. Иди сюда! Да и есть, грёбаный доктор! Я не хочу причинять боль, но иногда приходится! Спокойно. Грёбаный доктор. А, нормально. Шоколадка зато есть. Все хорошо. Война — это ад. Японцы убили всех жителей моего города, кроме Сушонга. У Сушонга был опиум. Очень хороший опиум. Эта война тоже ад, но не для Сушонга. Теперь все боятся. Всем нужен Адам. Больше, чем могут дать сестрички. Хорошо, что на войне много трупов. Сушонг умеет делать Адам из трупов. Но нельзя посылать сестричек на улицу без защиты. Сушонгу надо над этим подумать. Я допустил... Господи, да сколько же тут всего? Нельзя построить город, если позволить сомнениям взять над собой верх. Но можно ли управлять им в полной решимости? Я знаю, что мои убеждения возвысили меня. И знаю, что все то, что я отверг, могло бы меня уничтожить. Но город... Он рушится у меня на глазах. Я что, настолько закостенел в собственной вере, что перестал видеть истину? Возможно. Однако там Атлас. Он стремится уничтожить меня, уничтожить мой город. Начать сомневаться означает признать поражение. Я не сдаю. Ну да. Так, и еще одно. Тут их много. Большой папочка дурно пахнет. Ужасный запах. С этим можно что-то сделать. Но сестричкам почему-то нравится эта вонь. Теперь нам нужны новобранцы. Если станешь большим папочкой, то назад пути нет. Но Райан говорит, без проблем, рекруты найдутся. Этот Райан славный парень. Так, хорошо, блин, я... Куда еще идти? Вот тут вот у нас место. Оптимизированная Евгеник. Тут что ли? Я не знаю. Обыщите библиотеки. Да я уж понял, просто я здесь маленько залип, потому что мне было интересно, что же здесь вообще есть. Хорошо, теперь на ту сторону. Спасибо. Ой, да ладно. Спасибо вам большое. Уж отсюда. Раздражаете меня уже. Маленькие чертовки. Так, ну и как мне преодолевать, собственно, ручно созданные вот эти вот... Или как-то так. Ну ладно. Может, кого заденет когда-нибудь. Хорошо. Так. Это что, главный зал? Я вижу, какой он главный. Знаете, напоминает Silent Hill какой-то. И зачем? Ради долларов. Новый дневник, понятно. Фонтейн мертв. Тем хуже для
фонтейна, и тем лучше для сушонга. Поиграем в недоступность, и мистер Райан скоро по мне соскучится. Теперь, когда нет больше ни Таненбаум, ни фонтейна, только сушонг знает все о маленьких сестричках. Здесь ты найдешь голосовой ящик, чтобы твой голос стал как у большого папочки. Отвратительные создания. Понятно, я-то думал, как они такие звуки сдают. Пардон. Вообще, знаете, давайте мы, наверное, вот это вот помещение начнем исследовать в следующей серии, потому что я, честно говоря, запарился отходить. Есть очень много всего. Контента тут под конец все больше и больше становится. Когда думаешь, что уже вот оно все, тебе вываливают еще примерно раз 50 больше уровень, чем был до этого. Ну, хорошо, ладно. Будем искать дальше. В следующей части, я думаю, мы найдем эти долбанные ботинки, найдем этот оптимизатор голоса. Ботинки, насколько я понял, остались там, позади. Ну, ладно, я уже, как видите, залипаю и часто начинаю путаться. Короче, сяду со свежими силами и, я думаю, допройду эту игру. Ну, как бы там ни было, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.